По данным Генерального инспектората гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, с начала 2018 года в Республике Молдова произошло 1520 пожаров, в которых погибли 95 человек. Так, только за последние сутки один человек погиб и еще один пострадал в результате пожаров на севере страны. В селе Бульбуа Кабринчанского района пожар произошел в доме 85-летней женщины. По предварительной информации, пожар начался от дымохода. Пламя охватило потолочную облицовку комнаты. Женщина получила отравление угарным газом и была госпитализирована в районную больницу. А в селе Медвежье того же района пожарные обнаружили обугленное тело мужчины. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются. В первом случае пожарная бригада спасла 85-летнюю женщину от огня. С отравлением верхних дыхательных путей ее поместили в районную больницу. Еще один крупный пожар произошел в том же районе, в селе Медвежье. Он унес жизнь 73-летнего мужчины. В связи с предстоящим похолоданием спасатели напоминают о правилах пожарной безопасности при использовании нагревательных приборов.